Мир всем и ассаляму алейкум! Сегодня я покажу вам, как правильно приготовить нот, которую можно подавать как гарнир и как самостоятельное блюдо. В рецепте нет ничего сложного, но блюдо получается очень вкусным. Давайте посмотрим, что нам для него понадобится. В отдельной миске заливаем нот холодной водой. Оставляем замачиваться нут в холодной воде на 12 часов. Затем промываем его и отправляем в казан, либо в кастрюлю с толстым дном. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Не забываем убирать пенку. Как закипит, оставляем вариться еще на 30 минут. Сливаем горячую воду и высыпаем его в салатник. Добавляем сливочное масло, либо оливковое масло, это по желанию. Солим по вкусу. И перчим по вкусу. Добавляем немного мелко нарезанной петрушки. И перемешиваем. Наш мега полезный и очень вкусный нут готов. Приятного вам аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на нас. И оставляйте свои комментарии. Пишите, как вы готовите это блюдо. Мне будет очень интересно почитать. Мир всем и ассаляму алейкум!